Как же так? 24,5 минуты. Половина первого тайма уже минула. 3-0. Барселона впереди. Переход в контратаку. Рики! Может быть, даже численное преимущество будет. Можно отдать налево, можно решать самому. Рики в штрафной. Пиццы удар. Заблокирован Монтойей. Что показывает Парадос Ромеро? Неужели на точку? Пенальти. Пенальти. Никаких разговоров. Это 11 метров. Сейчас с биноклем буквально подходит. Или с лупой. Серхио Бускетс. Где было нарушение? Пожалуй, что все-таки в штрафной. Вот здесь фола не было. Нарушал очень спорный эпизод. Ну, вот давайте попробуем здесь разглядеть. А вот здесь бы покрутить. Вот, спасибо. Давайте смотреть. Ну, зацепился за брюхо, по-другому не скажешь, Хавьера Маскерана. Вот все-таки здесь видно, что за штрафной. Вот. Вот смотрите. Опа. Все-таки за штрафной. Давайте считать это гуманитарной помощью. Голодающим по Волжье. Пиццы подходят к мячу. Разбег, удар, 3-1. У нас живая интрига. Может быть, может быть. А может быть, это только раззадорит Барселону. Депортиво когда-то славился своими невероятными камбэгами. И именно ими. Хотя, наверное, наоборот. Хотел сказать, была навеяна песня Земфиры про «Меньше всего нужны мне твои камбэги». Но она пела, наверное, раньше, чем Депортиво творил чудеса в Лиге Чемпионов, обыгрывая по сумме двух встреч Милан, вытаскивая невероятным образом игру с ПСЖ. Но это тоже был другой Депорт.